Группа общественных деятелей Армении выступила с заявлением за скорейшее установление мира с Азербайджаном. Как передает Вести АС, текст заявления опубликован на сайте ЭПРЕС-АМ. В документе, подписантами которого являются более 70 общественных деятелей, исследователей, журналистов, адвокатов, представителей культуры и других профессий, осуждаются действия партии войны в Армении. В заявлении говорится: согласно перечню государственных праздников Республики Армения, 9 мая отмечается как праздник победы и мира. Мы, ниже подписавшиеся граждане Армении, толкуем Совет дня как четкое требование мира, потому что мир – это победа. А победа, не увенчанная миром, – поражение. Земельным притязанием мы противопоставляем требования мира, мы настаиваем, что миру нет альтернативы. И это не петля на шее проигравшего, а свободное волеизъявление народа Армении жить под мирным небом, ратифицированное на внеочередных выборах 2021 года. Мы считаем, что партиям войны в Армении делать больше нечего. Порочный круг переворотов, искавших себе оправдания, в спекуляциях на карабахском вопросе завершен. Значит, им ничего не остается, кроме как попытаться захватить власть народа, спровоцировав последнюю гражданскую войну. Совершенно очевидно, что никто из самопровозглашенных в кавычках «спасителей нации» не собирается воевать ни с Азербайджаном, ни тем более с Турцией. Следовательно, единственная доступная мишень армянского возмездия в наши дни – это внутренний турок. Обычный гражданин Армении вроде нас, который выбрал не смерть родину, а возможность жить в своей стране свободно, достойно и счастливо. Мы нарушаем молчание тысяч граждан, думающих так же, как и мы, но гнушающихся клейма турка и предателя нации, и требуем от легитимной власти Республики Армения сдержать свое обещание и разрешить карабахский конфликт мирным договором. Разделяя боль и скорбь нашего народа, пострадавшего от катастрофы войны, все обоснованные опасения наших коллег из гражданского общества, нашу часть ответственности за защиту прав арцахских армян, мы требуем мира без каких-либо «но». Мы будем праздновать победу мира. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.